Петрович или Урожина? Другий, вогонь! Ціль уражена! Уникальность в том, что мы, артиллеристы, не случайно ее называем снайперской винтовкой. Куда прицелился, туда летит снаряд. Практически, вот поражается цель с первого выстрела. Это уникальнейшее орудие. На первом месте стоит по поражаемости. Почему? Потому что скорострельность 14 снарядов в минуту, 14, до 14 выстрелов, в зависимости от обученности расчета. И достаточно, я уже сказал, точно. Еще.